Временем на универсиаде команда Казахстана вышла на второе место в копилке нашей сборной. Теперь 8 медалей. 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Впереди команда России с 17 наградами. 8 из них высшей пробы. Тройку лидеров замыкает Китай. Золото сегодня завоевали биатлонистка Анна Райкова и фристайлисты Жанбатал Добергенова совместно с Багланом Инкарбековым. Второе серебро Казахстану принесла биатлонистка Галина Вишневская. Бронза у лыжницы Анны Шевченко и конькобежцы Екатерины Айдовой. Но из-за сильного снегопада в Алматы пришлось подкорректировать расписание игр. С опозданием прошли соревнования по сноуборду и биатлону. Некоторые игры пришлось и вовсе перенести на завтра. В 9 утра на Чимбулаке было более 50 сантиметров снега, видимость от 5 до 700 метров. К сожалению, это не позволило провести ряд соревнований, в первую очередь женских. Поэтому женский кросс перенесен на завтра. Кроме этого, были отменены соревнования по двоеборью.